Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать про замечательные часы Casio ProTrack 5000 PRW. Все как положено, поставляются в деревянной коробке. Деревянная коробка прячется в картонной коробке. Утка в зайце, заяц еще там где-то и так далее. Рассказывать буду быстро, потому что у меня камера перегревается, как бы это смешно ни звучало. Титановый браслет. Резиновые подушки внизу, очень удобно носить. Металлический корпус, вставки из пластика. Вот находится здесь сенсор, солнечная батарея здесь. Подсветка, вот светодиод внизу. Ну, в принципе, освещают все как положено. Мне нравится то, что здесь есть рифление. Еще это первый ProTrack аналогоцифровой. Если я сейчас правильно выражаюсь, потому что жара влияет не только на камеру, но и на меня тоже. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот дисплей внизу, вот индикатор, кстати, заряда батареи. Здесь день недели и, вернее, месяц, число. Здесь вот день недели. А можно график еще вывести. Это очень удобно. Теперь по поводу функций. Ну, вот давайте начну с компаса. Компас заработал. Показывает он у нас тут вот все уже настроено, откалибровано, подробнее читайте в статье. Север действительно там, куда он показывает, это я вам могу сказать абсолютно точно. Вот, работает хорошо, мне нравится. Секундная стрелка отвечает, соответственно, за показания компаса. Барометр. Барометр, вот здесь вот график изменения давления атмосферного. Выводится оно в дюймах ртутного столба, в переводе в миллиметр ртутного столба, согласно GSMeteo. Расхождение крайне невелико, и этим цифрам можно доверять. То есть сенсор здесь работает очень даже хорошо. Температура окружающего воздуха, да, вот именно такая сейчас в помещении без кондиционера находится. Вернее, есть на втором этаже в Подмосковье, ужас и кошмар. Но зато сквознячок, приятно. Можно выбрать градусы Цельсия или Фаренгейта. Берем, что у нас, следующий альтиметр. Там, где я, соответственно, сейчас есть, высота над уровнем моря составляет где-то 180 с лишним метров. Сперва часы показывали 150 метров. После того, как я выставил вручную нужное значение, они почему-то откалибровались на 205 метров. То есть врут. И надо бы их калибровать еще раз. Здесь строится график высоты. То есть, если часы, допустим, поднять, вот что я сейчас вот и сделал, то показатели никак не меняются. Почему-то вот они могут поменяться. Вот, кстати, когда с первого на второй этаж поднимаешься, то меняются они очень даже сильно. И это хорошо. Так, что еще вам такого сказать? Ну вот давайте, наверное, перейдем снова в домашнее меню. Здесь вот с помощью кнопки вот этой вот мы можем перемещаться между секундомерами, таймерами, будильниками. Их можно назначить 5 штук. Мировое время есть. Есть принудительная, как это сказать, корректировка по радиосигналу. И что самое вот интересное, мне понравилось, наверное, первые часы, которые каким-то образом откалибровались сами. То есть они были, соответственно, совершенно новые. Были включены, стрелки закрутились, завертелись, и бац, было самостоятельно выставлено новое время. Ну, вернее, и время правильное. Это, конечно, очень мне понравилось. В рознице часы стоят около 20 тысяч рублей. Надо понимать, что это даже не часы, а такой прибор для любителей активного времяпрепровождения, с одной стороны, с другой стороны, просто хорошая штука для любителей качественных японских изделий. Есть, соответственно, вариант вот такой, как я держу. То есть, ну, светлый, условно говоря. А есть вариант темный, для иных. И он даже можно найти его подешевле. Вот. В целом, часы мне очень-очень сильно понравились. Я бы себе, правда, такие не купил. Потому что мне G-Shock'и все равно больше нравятся, чем... Вот здесь, кстати, минеральное стекло используется. То есть, материалы здесь, конечно, очень хороши. Вот, но в целом ABC часы очень
хорошие, и вполне могу рекомендовать их вам.